Зачем устраивать шоп-шуп-тур в Грецию или Эмираты, если можно поддержать отечественного производителя? Пышная история России очень богата, а наши дизайнеры не отстают от модных запросов и выпускают изделия не только качественные, но и очень оригинальные. Мы выбрали из 3000 моделей самые красивые и теплые варианты для стиляк и патриотов. Кировские меховщики издавна известны во всем мире, потому что в свое время они шили королеве Елизавете Английской шубку, прекрасную шубку. Олимпийские сборные наряжали на зимние олимпиады и многих известных людей. У нас свое зверохозяйство, где выращивается огромное количество видов животных, более 60 лет уже, где постоянно ведутся опытные селекционные работы. Мы горды тем, что на Вятке уже более 100 лет существует меховое училище, где готовят кадры для меховой промышленности России. И это, конечно, не может не отражаться на качестве изделий. Кировская норка легко обскачет заграничных сестричек в соревновании по износостойкости и согревающим способностям. Мировой глянец сходит с ума по роскошным цветным меховым пальто. Да пожалуйста, не хотите кутаться в норку, есть мутон, нутрия, куница, каракуль, енот и лисица, в том числе и уникальная красная, за которой охотятся модники и за пределами России. Каждый будет доволен нашим размерным рядом, потому что изделия на ярмарке меха от 38 до 74. Очень демократичные цены. Наличие своего зверохозяйства способствует, конечно, этому отсутствию посредников. К тому же существует гибкая система скидок и беспроцентная рассрочка. Ждем вас в ДК железнодорожников с 6 по 11 декабря. Часы работы с 10 до 20 часов. Вековые традиции пышного промысла, ответственный выбор сырья, новейшее импортное оборудование и свежие идеи модельеров-конструкторов. Если вам не хватает аргументов, просто примерьте шубку из Кирова, и ваше сердце оттает.